Всем приветики! С вами я, Августина Апельсина. Сегодня мы будем делать простые снежинки. Для этого нам понадобится самый обыкновенный материал – бумага. Ну уж, смотря какие у вас цвета, какие вы хотите, какие у вас есть, белая или цветная. Также нам для этого понадобятся простые, ну, у меня острые в данном моменте, ножнички. У вас какие есть? Это ножнички такие. У меня есть вот такие рифленые ножнички. Мы... С разными насадками, ну, да? Да, с разными насадочками. И мы будем ими пользоваться, попробуем. И посмотрим, что получится. Если у вас тоже они есть, то берите. Выбирай, какой тебе цвет больше всего нравится, и мне тоже. Угу. Покажу, какую мы снежиночку сейчас будем делать. Вот такая красивая, мы ее за кадром, мама ее за кадром делала, такая красивая. Ну, естественно, я же на ней уже нитку подвесила. Мы готовимся к Рождеству и Новому году. Самый простой способ — это брать листочек, А4 разделенный напополам, и делим его напополам. Вот такой. Итак, такой еще раз складываем пополам. Вот так вот. Листик складываем. Получился у нас такой прямоугольничек. У меня аж трение происходит. Сейчас нужно пометить нашу серединку, чтобы мы не потеряли ее. Вот тут. И правильно надо порезать. Надо полосой? Просто кружочек нарисовать. Вот так вот. Так. Мы тут теперь, наверное... И сейчас еще раз складываем по вот этой вот серединке. Вот таким вот образом. Чтобы получился более острый. Волочек, как самолет. Где серединка? Вот. Вот серединка. Мы серединку складываем вот так. Должно быть максимально ровно. Вот тогда мы уже подравниваем. Вот так. Вот такая вот штучка должна получиться. Смотри. Сейчас мы разделим листочки напополам, чтобы было удобнее. Хочешь показывать? Стой, дай. А как ты так можешь? Можно я попробую? Сейчас, я покажу. Смотри. Только беру, складываю. И пошел просто. Нет, нет, нет. Надо вот так вот держать. Сейчас, оно не пойдет, потому что плохо загнулось. Стой. Эй! Ну все. Теперь, чтобы закруглить, нам нужно либо вот здесь провести линию, нарисовать, показать, что она будет кругленькая, и провести ножничками. Либо мы рисуем вот так вот, и по этому узорчику вырезаем. Как ты будешь делать? Сейчас будем это лишнее обрезать, да. Оно, получается, мешать нам будет. Итак, начнем. Красиво. Стараемся делать по кругу, чтобы оно... Да, чтобы оно вышло ровно, потому что тут такая штучка прочная была. Ножнички. Ну, да, вот так вот. Теперь разверим его, мы посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вау, какая ровная! Теперь я так же самое сделаю. Так, оно туго, да, вот так. Чуть-чуть заворачивай. Карандашки, если что, мы потом вытрем. Да. И будет красиво. Ой, так, разворачивай. Ой! Ой-ой-ой! О, так у меня она более квадратная, мама. Ну, ничего. Я хочу, не, я хочу вернуть, я хочу вернуть. Будешь, давай. И сейчас мы обрезаем. Обычно ножничками. Чуть-чуть поменьше. Ножнички острые, все в порядке. Да. Удобно. Просто что надо медленно резать, чтобы с контра не сорваться. Ну, если у вас более тупенькие ножнички, то не волнуйтесь. Просто режьте длиннее, и будет хорошо. Если что, поставьте видео на паузу, чтобы не отставать. Но не забывайте, мы показываем все стоп-моушеном, да, мама? Угу. Заходите, замедлите видео. Так, посмотрим, что у нас получилось. Вау, смотрите. Это... Ну да, у меня был ближе к этому. Ну вот, смотрите, у меня были крупненькие. Мама за кулисами подрезала. Так вот, там, там. Вот сейчас, допустим, здесь я нарисую. Нет. Ёлочку. Да, я буду сердечко. Еще. Здесь будет какое-нибудь сердечко. А, не с той стороны. Сосечки такие.
Здесь будет какой-нибудь такой остренький уголочек. Так. Здесь можно будет вырезать какую-нибудь капельку. Вот так вот. Вот я себе нарисовала шаблончик. Уверена, что это будет красиво. И сейчас будем вырезать. Ну, будем пробовать. Давай я вырежу с краю. Посмотрим, что у нас получится. Ой, тут оно у меня скрепилось. Давай, чуть-чуть. И чуть-чуть это. Ух ты! Какая красотка снежинка. И вот такая красотка снежинка. Не как мы планировали. У нас тут была елочка. Нет, а вот елочка. Это просто звездочка. Все получилось. А вот это елочка. Все как мы планировали. Покажи, что там у тебя получилось. Так мучилась, прям сложно было вырезать. Блин, какая интересная. Так, разворачивай. Ух ты. А, тут что было вырезать. Ну, это можно сейчас исправить. Ну, все получилось. Нет, неправильно. Мы складывали в два раза. Вот так. Если у вас нет, то берите какую-нибудь ниточку пожестче. Я хочу, чтобы это снежинка у меня была игрушка на елке. Ну или куда там вы вешаете ее. Так тут побольше. Понравилось наше видео про снежинок, то тогда ставьте лайки. Пока-пока!